Так, после того, как развернули, давайте двигать от джипа. Так, объект, вот джип по X там, да? По X, вот так примерно. Ну, сжать бы надо сразу же S. И смотрим сбоку. И давайте двигать G. Где-то вот так. Я так и думал, что это большевато. Так, так, опустим чуть вниз. Может быть, сделать побольше немножко. Игрушечный, видимо, у нас игрушечный. G на Z. Вот сюда. Сейчас глянем. Даже меньше может быть. И Shift D мы переносим сюда. Здесь делаем меньше S. Тянем сюда на G. Эти обе. Ну пусть пока здесь будут. Давайте мы проведем. Вот сильно маленькая S. Так вот. Ну и теперь наша задача провести здесь. Мы взяли, сейчас секундочку, R по Y на 90 градусов. Так, видите, вот оно. R по Y. 90 градусов, все. Вот, и теперь мы можем вот это вот попробовать растянуть так, как нам нужно. Сюда, сюда, сюда и сюда. То есть это будет у нас ориентиром. Так. Легче будет ориентироваться. Так, здесь, сюда, где-то так. Так и здесь. Примерно. Вот такое у нас получилось. Тут не знаю, получится еще повернуть. Да. Так. Это так. И это вот так теперь. Все отлично. Вот наша курочка. Тут немножко не того. Малость, да? Ну да ладно, посмотрим. Там видно будет. Так. И тут я вот сделал такую трак. Увидели его. Скажу, ребята. Мне кажется, широковато, нет? Чуть-чуть
Может быть, сжать S по X. Вот так. Не более. Так. Так. То есть мне надо теперь заставить эту штуку крутиться вокруг этой дуги. То есть мы ее выделяем. Берем одеферку. Сейчас я попробую. Так, давайте улучшим этот немножечко. Мы возьмем EditMode, выделим и скажем Ctrl-R. Посмотрим. Допустим, вот так. Ctrl-R сделали. И теперь выделяем вот эти вещи. Снимаем их. Так, экструд, обычный экструд. Вот так. Обычный экструд делаем. Вот такой трек у нас получился. Так, хорошо. Давайте выделим его. Не широкий. Да, вроде нет. Так, и давайте теперь вокруг этого нашего проведем гусеницу S. Все-таки мне кажется, по X он немножечко вот так будет правильно. Так, вот. Давайте сначала мы пойдем Adifer Array. Скажем, вот здесь в 0. Так. А вот здесь будет у нас 1.04. Вот так, чтобы зазор был между ними. Отлично. А далее мы скажем, сколько у нас этих RF. Ну, скажем, 30. Да? Вот так, 30 RF. Отлично. И дальше идем в следующий. Это модифер курвы. Мы скажем, что у нас курва, вот это BCR курва. Ясно, что он ищет нормальную ось. Вот, это минус Y. И здесь у нас получается, что получается? Так, в одном месте немножечко. А если 29? Нет, не хватает до одного. Не, нормально, идеально. Все, красивая гусеница получилась. Теперь надо ее на место поставить. Откроем все. Где у нас тут танковая? Видим гусеницу, тащим ее на место. Где ее место? 7. Давайте мы ее вот сюда поставим G. Секунду. G по X. Вот так. Вот здесь она будет. Все отлично. Здесь она будет. Смотрим сбоку. Ясно, что нам надо вниз опускать. G по Z. G по Z. Оно правильно все. Надо сказать, мы довольны, play. Мы довольны, play. Все. Теперь по Z. G по Z. Вот так. Поставили. Все отлично. А далее начинаем ставить наши кружочки, вот этот сюда, а этот где вот сюда, может быть чуть поменьше.
Вот еще ниже. G. Вот так, чтобы не задевало ее вот это. Вот так. Вот. Так будет совсем хорошо. За боку смотрю. Дын-дын-дын. G по это сюда и G. Это вот сюда. Так, это мы скажем, что у нее объект Mirror, 3D курсор. И так, убираем все ненужные трансформации и говорим, что Mirror стал автоматом. Все. Теперь, когда и гусеница готова, можем приступать вот к этому.